На рассвете в северных краях это Прикамье. Так тихо, что слышно, как дышит земля и все вокруг. Да и жизнь здесь неспешна, течет не торопясь, словно только начало большой реки. Течет среди полей, пригорков, пастбищ, а по крутым берегам деревни, те, что выжили в наше суровое время. А это уже большое старинное село Гордино. Изб, почитай, более 200. Живут здесь Некрасовы, Харины, Гордины, Варанкины, Бузмаковы. Испокон веков люди держали скот, лошадей, сеяли зерно на приусадебных участках, сажали картофель, овощи, работали и, как водилось в старину, пели. Кружит, кружит ястреб одинокий, кружит ястреб над водой. В наши дни этот прежний уклад сохранился. Сохранился он и в семье Хариных. Первый раз мы приехали к ним 19 лет назад. Две коровы, два теленка, овцы, поросята двое тоже. Без этого никак, да? Без этого никак. Вот сейчас немножечко утрясется все. Следим, опять денежки будут на это жить. В колхозе не заработаешь. Заработаешь, не получишь. Да, заработаешь, да. Хоть и председатель. Люди-то ведь здесь работящие, они просто вот сбыть некуда. Есть это все, но сбыть некуда. Вместе с ребятами едем по селу Гордино. Они рассказывают, что возили картошку менять на арбузы. Денег-то родители не дают, живут бедно. Да и прежде, вспоминают жители, их крестьянская судьба была нелегкой. В начале 90-х здешний колхоз бедствовал. Дорог нет, урожай надой низкий. От каждой коровы получали за год по 1300 килограммов молока. Вот тогда и выбрали главного бухгалтера хозяйства Валентину Николаевну Харину руководителем. Не думала, что будешь руководителем хозяйства? Ну, никогда не думала. И не мечтала? Еще 5 лет не думала даже, что буду руководителем. И не хотела? И не хотела, и не мечтала. И вообще не думала, как это можно быть руководителем. Я думала, надо таким умным быть очень много знать. Ну, я думала, что это какие-то сверх такие люди работают руководителями. Оказывается, нормальные, простые. Валентина Николаевна стала менять принцип работы в хозяйстве. Как работает отделение «Хорошо-плохо»? Начисляли и все за работу, за сделанную. Как бы не было результата, а теперь мы только за производство продукции. В хозяйстве стали больше строить за счет личных накоплений и по государственной программе социального развития. Создали агрофирму. В 2000 году акционировались. Этот процесс шел непросто. Но Валентина Николаевна сумела убедить колхозников в необходимости работать коллективно, но с учетом рыночной ситуации в стране. Однако в хозяйстве оставались нерешенные вопросы. Они и сейчас есть. Это прежде всего невысокая заработная плата. А субсидии получают только рентабельные хозяйства. Где-то дают на гектар, где-то на топливо, где-то на это. Вот приходится иногда врать. Тут не получается, давай так навру. Выдумывать приходится иногда, зачем бы это надо. Я знала, что вот у меня есть реализованная продукция. Дали мне не 2 копейки, бы давали 22. И больше бы вообще ничего. И мне бы расчеты лишние не надо делать. Есть вот у меня она, как говорится, прошла через кассу выручка, все. Замечу, что в хозяйстве около 30 деревень. Конечно, можно сократить количество работающих. А что будут делать те, кто окажется без работы? Это приведет, думаю, только к беде. А Валентина Николаевна хорошо это понимала и понимает эту ситуацию. Она отвечает за все. Чтобы люди немножко получше жили, полегче, чтобы им было. Чтобы вот мы могли дома строить для людей, не сами они мучились, чтобы помогать им могли. Вот все равно такая, ну как-то вот, чтобы людям жилось полегче. Все равно мы сейчас мало пока помогаем колхозникам своим, другим вот всем этим организациям. Хотя вы помогаете, конечно. Вот. Чтобы они были счастливыми. Чтобы ребенков учить можно было.
Оценка одна. Единственное хозяйство, по которое пока стоит на ногах. Да. Не более того. Это мы за счет совхоза и держимся пока что. Совхоз не будет, нам тяжело будет. В сравнении с другими, конечно, живем нехорошо. Но, как говорится, мы сами свою жизнь творим, сами делаем ее. Поэтому как бы. В селе много свадеб? Вот. Ну, в селе, да, у нас как бы свадьбы играют. Вот было, вот сейчас буквально в последнее время, наверное, 4-5 свадеб прошло. Вот здесь в столовой было. Там даже вот в прошлый раз, наверное, в одно время было 2 свадьбы, так и там, и там. Мы побывали на свадьбе Михаила Некрасова и Риты Халиной. Все село участвовало в празднестве. Повеяло стариной, которая так дорога всем. Кто больше сломает, тот будет хозяин в доме. Так, теперь солите. Солите. Побольше солите, побольше, побольше солите. Валентина Харина, урожденная Гордина, выросла в этих местах. В детстве помогала матери, закончила институт, вернулась в село, работала главным бухгалтером, вышла замуж, создала семью. Когда ее выбрали председателем, помню, я сказала матери, надо дочери помогать. В ответ, зачем помогать? Она на своих ногах. И вот 19 лет изо дня в день, из года в год у Валентины Хариной работа, работа, жизнь повседневная, в которой всегда было больше забот, преодоления, больше, чем радости. Но это ее судьба, она ее выбрала. Думаю, она не жалеет об этом. Ведь ее родное село живет и трудится. Родилась я в краю, что зовется Россией, где от белых берез шире лесная бела, где восходы горят над озерной. Несла.